В Иванове наградили лучших работников учреждений дошкольного образования. В день воспитателя на сцене Дворца детского и юношеского творчества подвели итоги конкурса среди лучших работников. Из сотни педагогов жюри выбрало 37 самых достойных воспитателей и специалистов. Более 5000 человек в городе Иваново сегодня трудятся в наших дошкольных образовательных учреждениях для того, чтобы создать самые лучшие условия для наших маленьких ивановцев. Действительно, с одной стороны, это профессионализм, а с другой стороны, это лучшие человеческие качества, которые есть у присутствующих здесь каждого из вас в этом зале. Среди победителей конкурса в этом году как молодые педагоги, так и воспитатели, опыт которых исчисляется десятилетиями. У меня уже стаж больше 25 лет. Выбрала профессию, как всегда, ходила тоже в детский садик и очень была хорошей воспитателем. И захотелось тоже стать воспитателем детского сада. Мечта моя воплотилась. Стаж работы Светланы Ершовой насчитывает уже 30 лет. В садик она пришла в 18 и за все время ни разу не изменила выбранной профессии. Работа очень тяжелая, конечно, эмоционально очень выматывает, но дети радуют все равно своими успехами. Когда ты в них что-то вкладываешь, а потом получаешь результат, это очень радует. Все родители хотят, чтобы их ребенок попал в руки чуткого и внимательного педагога. Ведь от этого во многом зависит, будет ли детство счастливым. А педагоги мечтают, чтобы их воспитанники выросли достойными людьми. Мария Попова, Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.